Голубь! Выпить. Бля, хуй знает. О, блядь! Ты нихуя, блядь, домой вернулся, что ли? Нет, в пинжачке такой, блядь. Да нет. Фраер, блядь. Нет? Был я дома, нахуй. Там. Был? Был. Когда? Вчера. А? Ну все, давай быстро нахуй в баню поехали, блядь. Мы тебя уже второй раз приезжаем. Ты что, паскудник, блядь? Скину, что мы в баньке. Вовка, письки не показывай, нахуй. Простыни, все, надо садись. Сейчас потом... Дед, в трусах, короче. Дед, в трусах, потом чисто оденете все. Да. Все, они сейчас ходят сначала, потом ты будешь. Дед, ты тогда запаришь веник, ага? Ну все, давайте, раздевайтесь. Так, рыжик, паскудник, какой рыжик. Светка, ну сейчас все нормально, что вентилятор надо включить? То жарко будет сейчас. А? Как шикарно. Ты только не думай, париться тебе нельзя. Так, ну, помойся просто, да и все. Они пока парятся, ты, Светка, можешь раздеваться. Иди, помойся, он мыло-то взяли? Да, мыло-то там. Так что вот, иди, Светка, пока мойся. Дед, паскудник, давай не чешись, иди мойся. Да я не чешусь, блядь. Вот, сука, дед, блядь. Че там, прыщей давишь, что ли? Нет. Клопов? Ёбну, нету хуса. Я знаю, давай, иди мойся, веник запаривай нам. Носки чистые, потом эти сразу же слаживайте, потом все, сожгем их нахуй, выкинем. Давайте. Ты в трусах ходит? Да. А, ну все, в трусах мойся, потом чисто оденешь. Че, Свет, мыться-то будешь хоть? А мойся, блядь, там, че? Вот так вот, ребята, номер другой дали. Ну, вонючки, блядь. Фу, вонючки американские. Рыжий, что ты там? Воду пропускаю. Пропускаешь воду? Откуда она, доктор? Так. Там что это? А, тут-тук, блядь. А, дедушка, тут-тук. А ты сказал, не будешь паскудник пить здесь? Ну-ка, блядь, убирай. Не буду я. Я видео сказал, что не пить не будешь здесь. Бери станок, мыло. А вон мыло бери такое, дегтярное, дед. Дегтярное ты лучше отмоешь. Тебя надо вообще где-то, наверное, блядь, наждачка нахуй сохнет. Паскудник. Потом иди погрейся, ой, иди погрейся сначала. Попарься. Потом ополоснешься на один раз, потом на второй раз уже пойдешь нормально помоешься, да? Блядь, пакет один. Нахватите пакет. Это убрать, но... Потом все, блядь, сложим вон. Чисто мешок сложим, выкинем все. Давай иди быстрее, парься. Носки сними, блядь. Все. Блядь, паскудник пошел с носками, блядь. Блядь, дед, нахуй, носки... Он теплый, блядь. Давай, дед, блядь, где носки заснимай. Трусы ты можешь, блядь, здесь снимать уже, в парилке. Я потом зайду вас фоткаю, блядь. Вот так вот, нахуй. Ну что, Света, блядь? Хоть с тобой почирикать, нахуй. А вы с тобой, Света, хуй много не поговоришь, наверное. Телевизор будем смотреть. Че, грустно? Сейчас это, блядь, вентилятор будет. Вот. Шикарно. Ребятушки, блядь, вообще номер шикарный. Обещаю, приеду после юга, ребят. Сам с админушкой, если пойдем здесь с пацанами, именно этот номер закажем. А может, бассейном, ребят. Вот бассейн. Ну, уже без бомжиков, ребят. Сами. Смотрите, какой тут бассейн. Ох, вот, вот сюда бы, ребята, я бы... С админочкой, наверное, закажем. Смотрите. Шикарно. Ребят, ставьте плюсики, если хотите, чтобы я сюда приехал, сам помылся без них. Так что вот так вот. А сколько такой номер стоит? На неделе 1000. На неделе. А так вот выходной, если? 1200. 1200. Ага. Ребятушки, ставьте лайки, если хотите меня увидеть в баньке. То... Ребят, еще раз говорю, я не брезгую. Тут все убираю. Персонал вообще хороший, ребят. Моют все. Ну, не верите вам, похер. Пойду посмотрим, что там. Паскудники делают. Че, моетесь, нахуй? Дед, письку прикрой, блядь. О, вот. Дед, у тебя яйцо выпало, блядь, большое такое, сука, паску. А, давайте грейтесь, нахуй, веник запаривайте. Светка, ты иди пока, они прям греются, иди пока. Все время не тратить зря, Светка пошла мыться, пока тебе парятся. Ну. Так что как-то так. Ну что, первая парилка вышли, да? Заебись? Нормально. Дед, нормально? Дышится так немножко, да? Этих только нету, копили, да? Ой, одна. Вон сзади вторая, светланка. Светкина, там. Ты укройся я просто немножко. Писюн тут. Просто брось ее, и все, нахуй, письку прижой, самое главное. Он, блин, где-то вот, сейчас запутался. Ну, на колени брось, и все, потом вытираться будешь. Че, дед, хорошо? Вы еще не парились? А. Просто погрелись пока? Нет, я попарился. Чуть-чуть, сразу, потихонечку, постепенно, сейчас.
Там, а там сетка голенькая моется. Рыжий прозрачный. Даже у дедушки сейчас, наверное, это. Ребята, но это будет еще на другом канале на год. Развратники. Надо было, блядь, а? Сколько надо? Так надо было, чтобы я, блядь, вообще худо. Видишь, кипиш такой, блядь. Хорошо. Сейчас сходи, ополоснись, блядь. На один раз. Ладно, ближе будет учиться. Пока нельзя. Сначала я напариться, а потом еще у меня париться больше не будет. Больше. Почему? Хуёво, что? На нижней скамейке можешь посидеть на весеньке. Ну, ты сам вон тогда полосился. Ну, ты хотя бы два раза помойся, дед. На раз помойся мылом, потом еще на раз. А ты что? Обязательно. Побройся. Это обязательно. Или иди сетку за титьку пощупай. Режим подъявил, титька дам, блядь. О, сейчас рыжий хуйня, блядь. Завец ты. Тебя подожди, он постирает. Чистая, блядь, зимняя. Очень хорошо, там новостям, блядь, новости, и все чики-пуки, блядь. Давно не смотрел его. Я же в отвечу смотрел. Где? У этой. У рыбы. А у рыбы то знаешь. Вот это книга, конечно. Понятно. Колеблет ко мне. Колеблетки, нахуй. Коля был, там, Коля, Леха. Ну как будешь, не так тебе? А, ебать? Ну. А ты что, где тебя? Не понятно, ты говоришь, у тебя не стоит, блядь. Кто у тебя ебать, блядь, хочешь, как тебя, блядь, понять? Обманщик ты делаешь? Это как на кого встанет. Да. Если есть желание, встанет 8 метров. Бесполезно. Сука, дед, блядь. Ты стоит на него, блядь, паховая грыжа, наверное, блядь. Вот он. Да, не показывай нахуй. Ебаный. Рыжик, паскудный, блядь. Это все, а, все у этого, у Волкова, блядь. Ну, ждал? Слишком не раз, блядь. Вы вблизи. Да. Ну, у меня, ладно, у меня попроще, у меня хоть баня в любое время вытапливает, хоть ночью, хоть когда она, так бог. А я тебе хотел, говорит, не хочу в баню, говорит, нахуй, паскуду, да? Я это нормально, баня любит, блядь. Баню-то я люблю. Ну, раз попарился, говорит, и хватит, нахуй. Не. Дай, Светка, вам возьми. Свет, на, держи. Укутайся, Светка, чтобы... А то рыжий уже писюн-то встанет, блядь. И у деда тоже, блядь, грыжа, нахуй. Хоть плавки со стерни. Так она как чистые ходила. Ух, рыжий, не ходит, грязь катает, как, блядь. Так я не ходил вчера в баню. Ну, сука, блядь. Васька гнал, гнал, защитил. Сука, рыжий домашний падла, паскудник, блядь, грязь катает. Дед, блядь, бомжик, блядь, грязь не катает. Там, блядь, доски-то полазили, поэтому чердаку пособирали, там все путы соберешь, грязь. Вон и Светка пришла. О. Вот и Светка пришла. Шаживаешь. На коленке дедушке, на грыжу садись. Садись деду на грыжу. У него грыжа даже стоит, наверное. Я нормально. Сидите, ничего, у вас еще время-то, блядь, час нахуй. Постиралась? Угу. Что, хорошо помылась? Угу. Бери там мылом, побольше голову моют. Нет, там мыло дегтярное, вы ему заебись мой. Погрейся потом. Васька тоже мне. Вова, я говорю, чё? Ну чё, чё, говорю, где выделить цепочку-то? Доноси. Ну, сегодня у нас мизинец. Нахуй она нужна? Нихуя себе. Пропьёшь только паскуднее. У него серебряное, и ещё одно серебряное. Я только нужно чуть-чуть ремонтировать, замки. Нихуя же, блядь, скоро вообще будет в цепи ходить, блядь, как дуб. Серебро. Так, ладно. Давай, давай, иди мойся, хули. О, первый раз помыл. Постирала, чистенько, нормально. Иди пока. Пока. Так, ой, блядь, зеркало-то нет. Да вот зеркало, блядь. Ну, сзади тебе. Что, сюда прийди. Ты тазик возьмешь, тазик? Я взял, тут побрился. Что ты, блядь? Пока на палец. Ты сначала помойся на раз, потом приди, побрейся, потом еще раз помоешься. Ну. Круто, я же вам баню. Свет, так-то это. Ну, можно было бы, типа, у тебя, блядь, я стебанет, да, пиздец. Тебе нельзя парилка вообще противопоказать. Я не люблю. Да не в этом дело любишь, тебе нельзя вообще. Нет, да там мыло есть дегтярное, тем мойся, нормально. Вот в душе можешь покупаться, а так нет.
Я был бы трезвый, я бы хуй был лишь. Парился. Был бы ты трезвый, тебя трясло бы, как мандавошку, да? Хули, не знаю, нет. Все, сейчас все намоются, поедем, я сетку домой повезем. Поднимать этот скучный вас. А рыжий, ты к соседям сходишь? Рыжий по мне титьки да есть, равно, наверное, сидит. Как это? Ложи сетка, массаж рыжий сделайте. По мне. Внутри. Внутри. Стесняется. Силгов-то приедет, надо сказать, чтобы получил массаж делать. Че, будешь сетки массаж делать? На массажиста выучилось, не сказал. У тебя он, блядь, пальцы только как массажиста, блядь, ногти нахуй. И это, короче, по профессии не пошел работать. Сейчас детские большие. Как кто-то Вовка написал в комментариях, нахуй. У Вовки пальцы как письки. Ответим что-нибудь, скажи, парируем, блядь. Хуй вам, блядь, да? У вас мозги, скажи, как жопа, нахуй. Как говно, блядь. У меня еще ты что, одеваешь что ли, что ли? Подожди, иди еще раз помойся, ты что? Голову помой. Пиздец, блядь, ребят, вот так вот им баню, блядь, заказывай, нахуй. Вон фен есть, фен. Ну-ка! А, иди сюда. Иди пошоркай меня. Вон фен есть, нахуй, фен, он высушишь, что-то. Светка, что это такое, наколка у тебя, что ли, есть? Да? А что за наколка? В тюрьме? А, шрам, а наколка что? Ты в тюрьме была, что ли? Не была в тюрьме? Я пошел в парень. Давай, рыжий, попарься. Блять, ребята, знаете, что там? Ты в трусах? А. Ну, обтирайся, вон фен есть. Ребятушки, товарищи извращенцы. Кто хотел посмотреть? Вот, вот, все тут. Все, ты что, ты все, что ли, реально думал? Все? Да. Капец. Вообще, блин. Ну, вот так вот. Баня не любит махануться, да? Не любишь мыться? Грязно любишь ходить? Ванной? Ванной? Да. Так тебе в душ, не знаю, понял, что в душ не сходить, что. Пизда, блядь, намылась нахуй. Ебать. Как вот им, ребята, в баню заказывать им, блядь? Заказывать в баню толку или нет, блядь. Им нахуй надо, ребят. Так что бросайте эти всякие идеи, бани, хуйняны, ребят. Они вон любят свободно даже взять. Сетка, да? Сетка ела что? Одевайте брюки тебе одного, который деньги. Не одевайте свои, блядь. А деньги, деньги садишь. Тебе одевать бы чище хоть, блядь. Ты должен в сланцах ходить, блядь. Планчики должны у тебя быть, видишь? Вот надо было кого на день рождения, на мою брать, в том году. Кого? Но, это танки вообще такая, не для друга, блядь. А это тоже он молчит, блядь. Молчит, нормально, он все время бывает, как надо. Да, Светка? Каждый нам сядет, начнется процесс, нахуй, блядь. Как насчет пиздеть, а? Хуй переслушаешь ее, блядь. Сколько кофты одеваешь? Мы еще, блядь, сидеть будем в бане, блядь, она 10 кофт уже одела, блядь. Где куда их одеваешь? Блядь. Нормально. Блядь. Вот белые кофточки вообще тебе. Еще 40 минут сидеть, блядь, она, блядь, одевает. Одела какую-то темную, как старуха старая. Ну сейчас она еще оденет, нахуй, да? Светлые вещи поносить. Беленькие, светленькие. Рыжий тебя, блядь, тихо не прощупывать нихуя, блядь, не сможешь, да, рыжий?
Опа, она видишь, голенькая сидит. Что у тебя с коленком? Загнулась. Она семечки искала. Ничего, не горох, не морковку. Вчера бабок с горохом собирал, да. Там чуть-чуть поклевал. Пока тут телевизор смотрел, пока покурил, сходил на улицу. Прихожу, нет. Хоп-хоп, я говорю, ты где? Давай, я говорю, где? Не, не могу, блядь. Как ночь бухать, так может, блядь, как я горохом курить, блядь. Надо влезется. Я пойдем погреемся еще. Поснимаемся. Ну хорошо. Ну что, Рыжий, беседку доделал, нет? Да. Сейчас узоры пойдем. Куда? Узоры. А что? А, узоры? Девки сказали, красиво мне надо. Куда одеваться-то? Дед, ты что, идешь уже? Девки-то не было одеваться. На детскую письку? От чего я, говорит, отказывалась, блядь, да, детка? Видел, вырезать надо, таблетки. Да, доставай ножик нахуй, деду грыжу вырежем сейчас. У тебя же есть ножик, ложка? У меня все есть. Так давай вырежем нахуй. Дед сейчас, о, Рыжий вырежет тебе сейчас, курим. Мойка нахуй. Мойка нахуй. Да, дедушка, блядь. Вот так вот, ребятушки. Давай, брейся, дед, хорошо. Чтобы молодой поехал, может, Светка опять тебя захочет на то. Да, Светка? Она не хочет? А раз что целовалась-то? Просто? Рыжий такой стеснительный, блядь. Ты говоришь? Рыжий помылся. Я еще с ума сошел, я не думал, могут убиться. Целая пачка. Дедушка, все побрился, что ли? Вперед, туда, в душ. Тихонько не обойди, блядь, то разобьешься нахуй. Аккуратно. Грыжу, а пол разобьют нахуй. Есть такая вода, так и есть. Там горячая даже не добавляется, потому что она чисто под бассейн сделала. И все, смыло помогло, нет? Да. Пойдешь еще палец? Все. Там же нахуй. У тебя носки-то есть чистые? Это все сидит. А? Бегаю, проще, за мной смотрят, как за ребенком нахуй. Снимай шмотки. Грязные носки только все собирайте, Светка, в мешок. Слышь? В мешок грязные носки собирайте там все. Выкинем. Мусор что, не мусор, потом все соберем здесь. Может, конечно. Вынеси, нахуй. Все, дед напарился, намылся. Смотрите, ребят, дедушка какой стал. Молодой, блядь. Сейчас Рыжий старше его выглядит. Паскудник Рыжий, блядь. Ну хорошо, дед, с легким паром, что ли, вас? Спасибо. Сейчас бы водочки, и поднимем водочки-то немножко этого. Там выпьем. Молодец, девушка, выйдем спокойно, выпьем. Все, два раза помылся, дед. Ну, мыло забирайте. Не, то, жидкое. Ну я как-то положишь нахуй, ебанусь, что ли. А здесь? Все, Светка, штаны чистые, да? Алла, спасибо огромное. Ой, спасибо, пахнет. Дай Бог тебе здоровья. Подписчикам тоже спасибо скажи. Подписчики. Вам... Подписчики. Да, спасибо огромное. Светка, какого писька больше, у деда или Вовки? Не знаю. Ну так, визуально. И Нику дома забыла, Светка. У деда? Ну посмотри так примерно, что у Рыжика, да. Рыжий, покажи мне письку, там, пускай сравнение, блядь, сделай. Вон у деда посмотри. Да деда уже хуже. Не, ну просто для сравнения, она пришла. Вон, смотри, Светка. У деда вот, блядь, заебало. Больше у деда? Фу, блядь. Меньше? Одинаково?
Светка, блядь. Я даже жужжал, паскудники, блядь. Вадич, одеваемся. Все, ребятушки, одеваемся. Дедушка, видите, в трусишках, носочках чистеньких. Светка, штаничка делала уже, все. Чтобы на машинке шторы могут пошить, нахуй, чтобы на машинке постучило. Кого? Наши. Внутренние же. Че, блядь, сама все сделала. А че он с ними играешь? Все, блядь, пушистики намылись, блядь, все такие пушистые, дед побритый, блядь. Да, дед? Молодец. Грязно. Вот в причине блюдца. Ты видел, блядь, какая порока была? На, Светка, дед, трусы в подарок мои. Скучать будешь, будешь, блядь, обо мне думать, нахуй. Оденешься шортики. Так, дед, тут что? А, тут эти, собираешься мыло, хуило, все, вещи, бутылки, хуилки, все. Дед, рубашку на тебе. Штаны сейчас тебе, блядь, чистые, хули. Не, знаешь, ты пойдешь в брюках, нахуй. Сейчас на свадьбу пойдешь, нахуй. Светка, свадьбу будешь играть. А то, блядь, все в свитере, люди уже заебали, говорят, Пашка, да купи ты ему какую-нибудь рубашку, блядь, заебал своим своим свитере, блядь. А нихуя не едешь? Нет, ты возьми его, а не одевай сейчас в рубашке, да, в кофточке поедешь. Что ты, блядь, у тебя рубашка, ты видишь, а-ля, блядь, это нахуй, море нахуй. Все, ты как хозяйка, давай, трусы собирай их не грязные, а то... Люди придут сюда, блядь, убираться, скажут, нихуя, вот труселя, дедушки, да коричневые, блядь. Коричневые сзади. Да, дедушка? Скажешь, чужопу не утирай, дедушка, что ли, блядь. Ну, по трусам-то вон, видно, что хуёво утираешь. Сказать тебе? Скажи. Похмелье. Обосрался? Похмелье. Похмелье, что? Конечно. А что, прям штаны, что ли, блядь? Не успел вылезти? Не успел. Ну ничего, дед, блядь, ёпта, ребят. Это слабаки серут, блядь, снимая штаны, да? А настоящие уральские бомжи серут, блядь, прямо в штаны, нахуй, нехуй. Жестокие, нахуй, Светка. Ты за ним обсиралась ни разу? Или обсиралась? Обоссалась? Пиздит? Пиздит, конечно. А, Светка, блядь, он пиздит, как дышит. Давай, что, Светка, ничего такого, обсиралась, обсиралась. Че, штаны нормально? Ну-ка, выйди, покажи хоть, блядь, как ты. Его, кстати, Алла, блядь, смотри, какие они. Вот, все, опа, опа, все, сразу выжили. Секс пистолс, рок-н-ролл, нахуй. Смотри, хорошо. Вообще, смотрите, вообще пиздец. Нормально? Там, посмотришь, там еще у нас женских вещей, там много, ты заберешь, на ступеньку тебе выгрузим. Дедушки, кроссовки где, блядь, купил, нахуй? На зарплату купил? Новые, блядь. Давай штаны, брюки одевай, поехали женихи, блядь, провожать невесту, нахуй, по городу еще проедемся, может, кого встретим, нахуй, Светку повезем, нахуй, да, Светка? На ступеру, пока рыжий его пощупает в рубашке такой, блядь, фраер-рок, нахуй. Я, блядь, нахуй, вот это, да, блядь. Бабушка вам, блядь, тоже бабушка вас смотрит, блядь, во Всевышнего, вам передала, блядь, перези. Она бульдогу раз курточку передала, он паскудник пропил ее, нахуй. Она говорит, да ничего страшного, говорит, нахуй. Света, вот это все собирай. В станок там, вон в мешки слаживайте. Сейчас. А просто не прямо туда сложите в одно место. Сейчас. Тут себя вон мешок сложишь, нахуй. Чтобы не оставлять здесь, нахуй. А то, блядь, девки. Ну, мешки есть, мешок. Ну, а в мешки труселя вон слаживай, нахуй. Запихать, нахуй. Станок, че? Станок-то ты че оставил? Ну, Светка, возьми, будешь скучать по мужикам, будешь трусы их не нюхать. Не только мои, блядь. Дедушки, проверишь, может он обманул, не обосрался. Нет, куда ты станок туда оставь, а то он сюда слаживает. А? На вырос, нахуй. Видишь, дедушка какой был у бабушки. Надо веревочку ему какую-то, дедушке. Все, ребята, видите, прибрались. Все. Ну, вообще. Что, ты так сделай, вон, конечно, что тебе? Хоть почистенький, блядь. Сейчас веревочку какую-нибудь найдем в машине, нахуй. Так, у тебя есть ремень, может, нет? Шнурок? А вон шнурок же есть в трико. Нет. А? Шнурок в трико вытащили и все. И подвяжись, что ну. Я еще в них пахаю. Так а что ты трико-то, оно у тебя небольшое, он так держится, без шнурка же, что ты? Ну. Шнурок достань, просто вставь. То, блядь, Светка. Устанем смотреть на дедовские жопы. Рыжий, нихуя себе, вот это фраер, блядь, рыжик, молодец, красавчик. Ну все, сейчас такое, что, ребят, сейчас только пить придется, хули больше делать, да, рыжий?
Больше-то никак. Сейчас напьюсь и сварку нахуй, все изублю нахуй. Опять врет нахуй, да? Полу нахуй, все поломаем с ней нахуй, соседи попадем нахуй. Светка, скажи, врет, ты же паскудник, блядь. Полу сойдем ломать дома. Сука, обещает, обещает, никто не может, да, дед, блядь? Нет, блядь. Чистенький, ну, блядь, нафиг-нафиг-то, блядь. Ай, все, блядь, вот что надо, блядь. Помыться им, напиться и полюбиться, да? Сейчас в ЗАГСа с собой сфотографируемся. Да, я сейчас давайте в ЗАГСа фоткаю вас. Точно. Ай, Рыжик, молодец, подходим. Чувствует тему, ведет нахуй, молодец, дед. Какая хуй там с одной хуйни смотрит? Он, дед, блядь, видите, все не может, хоть... Рыжик, помоги деду, блядь, он запутается сейчас уже в шнурке, блядь. Вздернется на шнурке, нахуй, сейчас, блядь. Это до хрена девушек, дед повешался. Да какой он, видишь, он уже не может, блядь. Нам. Дед, там деньги ты достанешь, что в эти штаны переклади. Обязательно. А то потеряешь, он скажешь, опять, блядь, потерял, нахуй. Эти вот спрятаны, нахуй, штаны. Вон те. Да нихуя сейчас у него карманов столько, блядь, в рубашке, нахуй. Тебе рядышком дом задерживал, там, спрячешь, нахуй. Ага. Не, дед, нахуй. Лучше с собой потом возьму, да, дед? Вот там, в принципе, шмотки-то лежат у тебя. Так, ладно. Спасибо этому дому, пойдем к другому нахуй, да? Да. Дайте ему мешок, что ли? Мешок-то есть еще? Нет, такая вещь, он и служит. Нахуй. Кулай. Сможет. Пакет, мешочек, вон, чистит. Вон, давай, здесь сложим. Светка, блядь, чистенькая, да, Светка? Все. А Рыжик, блядь, вообще ты здесь. Жених женихом, блядь, ребят. Сейчас точно в ЗАГС их повезу нахуй. Да, дедушка? А дедушка, будешь свидетелем? Но это, ребята, уже будет другая серия. Так что, я думаю, сейчас баню закончим. Деда сейчас свидетели нахуй оформим нахуй. Соседка будет невеста, Рыжий жених нахуй. А дед будет кричать им нахуй. Тили-тили-теста! Жених и невеста! Бля, Рыжий, не хватит? Ну ты, бля, красавчик какой стал. Сейчас даже дед тебе влюбится в тебя, нахуй. Кто? Ты в Рыжий. Ребята, смотрите, номер века, нахуй. Дед свой свитер сворачивает. Который говорит, блядь, он же в нем прирос, нахуй. Нет, ребят? Номер? Сейчас дам тебе. Сейчас дам, нахуй. Это потом ходить. Там еще вещей у вас там, блядь. Вон машины еще. Да. Так, ну, все, пишешь? А-а-а. Не можешь, что ли? Не работаешь, что ли? Сука, Светка, Рыжий этот раз под шумов. Ну, что там у тебя? Не умею. Ты, ёптать. Да ты выйди, блядь. Выйди. Вот, посмотри, нажимаешь сюда. И все, начинаешь. 8. Давай, 8 наберем. 8. Вот. Дальше смотри. 900 там, смотри, какой. 8,91. Даже ты не говори вслух, а то люди услышат номер. Ты возьми, просто подсказывай. Угу. Дедушка, опять, сука, паскудник кепку одел, блядь, свою. Хоть переверни ее назад, блядь, то люди, блядь, говорят нахуй. Вот так вот, блядь. А то, блядь, реклама, блядь. Ну что, он тебя отключился, наверное? Все? А, отключился? О, блядь. Рыжий паскудник. О. Скажи, какой... Потихонечку щупаем. Ну, номер. Ну все, пойдемте, берем вещи. Ну все, ребят. А это уже будет другая серия, да? Что, все с легким паром, мужики, у вас? Спасибо. Ребят, банька вообще отличная. Говорю, ребят, ставьте плюсики, сам сюда приеду, сам в этом номере помою, чтобы вы не думали, что что-то. Тут все убирают, тут все чистят, да? Все чистят, все хлорка, все чистенько будет, ребят. Все. Они, видите, чистенько, что они помылись, и все, пошли. Ну все, а мы поехали в ЗАГС.